Тут на месцы былого дома быта будуется самый великий гандлёво-забавляльный центр у Могилёве. Площа каля 32 тысяч квадратных метров. Уже узведены каркас паркинга на 286 местов. Идет работа над подмурком административно-делового центра. Планируется сделать офисы, гостиница на 139 номеров, 6 кинозалов. Вот. Планируется в подвальных помещениях спа-центр. На 4-м этаже большой спортивный зал. По проекту тут так само разместится супермаркет, казино, ресторан, несколько ателье послуг. Так званой фишкой станут два атриума – светлые дворики, что нададут будинку простор. Приятно отметить, что данный проект принял участие в 11-м национальном фестивале архитектуры «Минск-2015» и получил гран-при в разделе «Проект». Пляцовку перед будинком планируют сделать гранитной. Тут могут появиться и первые в регионе сухие фонтаны. Они чем интересны? Тем, что можно подойти, там, пройти рядом, и нету этих фонтанов, чаши с водой. Вот. То есть они прямо встроены в тротуар. А вода будет уходить в щели между плиткой. Уже сделали проезд до центра. Его открыть после завершения будовництва. Приблизный кошт объекта – 300 миллиардов рублей у старых грошах. Работы идут по графику. Термин завершения будовництва – май 2018 года. Надея Мяшкевич, Александр Тарасов, «Новини регион».